Да, кто-то из комментаторов говорил, что надо прям через сплошную поворачивать. Вот мы ждем. Там издалека еще едет Мерседес. Но он явно не такси, понятно. Вот, сейчас пустая абсолютно полоса. Мы выезжаем, включаем поворотничек налево. А так как сейчас дождь, плохо видно, поэтому ждем спокойненько. Без резких движений. Спокойно, когда нас пропустят. Вот, пропускает, спасибо. Аварийкой. Спасибо. Вот, друзья, как правильно по правилам проезжать, и с уважением. И в прошлый раз с этим Ларгусом было то же самое, просто он из, по-моему, из средней полосы тыркнулся сюда, чтобы всех опередить. Соответственно, просто в нас уперся, начал нам сигналить. Ну, что можно сказать. В итоге мы все равно стояли на одном светофоре вместе. Непонятно, к чему такие нервы со стороны водителя Ларгуса, к чему такие телодвижения и нарушения. Возможно, некоторые поведутся на такую провокацию с его стороны, но это же не значит, что все будут вестись на эту провокацию. Поэтому, опять же, объясняя тем самым комментаторам, которые писали, что надо было сразу выезжать, как говорится, с прилегающей территории и сразу вот в среднюю полосу нырять. Ну, это значит нарушать сплошную разметку. То есть сейчас прекрасно увидели, как все делается по ПДД с уважением и безопасно. А не так, что кто-то вылетает с прилегающей территории, всех подрезает, все это, и думает, что он прав. До поры до времени. А когда станете виновником ДТП и будете за свой счет ремонтировать свой автомобиль, плюс у вас подорожает и страховка, и все, вот, наверное, тогда вы поймете, ну, зачем доводить до этого, когда вот перед вами бесплатная информация, как правильно ездить, как соблюдать ПДД и не быть спонсором. Цените эту информацию. Ну, а для тех, кто до сих пор не понял что-то и хочет личную консультацию, в описании там есть ссылочка. Всем удачи на дороге.